Всем привет! Вот в этом маленьком сюжетике я хочу просто для информации показать вам так называемый променад на теплоходе, пароходе Silja Line. Пароходы этой компании ходят в круизы из Хельсинки в Стокгольм практически каждый день. Из Стокгольма уходят в 17 часов, в 9 часов следующего дня прибывают в Стокгольм. Из Хельсинки уходят в 17 часов. В 9 утра следующего дня прибывает в Стокгольм. И из Стокгольма этим же днем, тоже где-то в районе 17 часов, убывает город Хельсинки. То есть практически получается 3 дня. 3 дня на пароходе в Хельсинки и Стокгольме и 2 ночи на пароходе. Вот. Так вот, внутри этого парохода есть такое место, оно называется променад. Это такая улица, которая идет вдоль всего парохода внутри. На нее смотрят окна кают, которые выходят тоже на этот так называемый променад. На этом променаде находятся кафе, различные ресторанчики, магазины, игральные автоматы. Ну, то есть, вот видите, тут человек играет, топер, это винный бар очень неплохой, хороший. Ну, ценник, конечно, там достаточно высокий, потому что можно за такую же цену здесь, в магазине Duty Free, купить бутылку. За такую же цену, за которую вам дают немножко налитого вина в бокал. Ну, все же какая-то развлекуха. Вот этот променад упирается в большой концертный зал и в курительную сигарную комнату. До сих пор можно еще сигары курить в этой комнате, пить виски. Если ты берешь бокал виски, то кофе в течение всего время проведения в этом баре тебе дают бесплатно. Ты просто наливаешь его и садишься. Ну вот здесь есть стойка информации, на которой некоторые из обслуживающего персонала говорят по-русски. Там работают и эстонцы. И поэтому общение достаточно нормальное. Это для тех, кто не знает языка, всегда можно спросить что-то, договориться. В основном это вопрос о трансфере из Стокгольма в город. Вот видите, вот на лифте поднимаемся, здесь 4 лифта. Для того, чтобы подниматься по променаду на верхнюю палубу. Вот. Ну, это магазины какие-то там для женщин, они любят обычно. Вот. Ну, вот, собственно говоря, все, я вам показал этот променад. То есть это просто улица, которая проходит вдоль всего парохода. Вот, который курсирует на рейсе Хельсинки-Стокгольм, Стокгольм-Хельсинки. Вот, собственно говоря, вот и все. Все, пока, всем привет, до свидания.